Серед усіх свят християнського календарного циклу по своїй значимості вважається третім після Різдва та Великодня свято Преображення Господнє або Великий Спас, Другий Спас. За Біблією в цей день Ісус Христос разом зі своїми учнями піднявся на вершину гори. Посеред ночі довкола спалахнуло дивовижне світло. Їх учитель у блаженному сяйві здіймався на небеса. Усі почули голос Всевишнього, який оповістив, що Ісус є намісник Бога на землі. Саме це і переконало учнів у надприродній місії Христа. Звідси і назва свята – Преображення Господнє. Преображение – это изменение плоти, изменение нашей души, изменение нашего образа жизни. Христос хотел удостоверить своих учеников, что Он является истинным Богом. И для того, чтобы, когда Он будет страдать на кресте, ученики Его не соблазнились. Человек призван к усовершенствованию, человек призван к обожению и человек призван к борьбе со своими недостатками. Именно в этом празднике мы получаем благодать Господню, которая нам помогает в жизни нести свой жизненный крест и бороться со своими недостатками. Человек призван к спасению. Человеческая душа и человеческое тело, оно меняется. Клетки даже человеческого организма происходит мутацию, и они становятся такими, как были когда-то у Адама до грехопадения. Поэтому через благодать Господню мы спасаемся не только душой, но и телом. Благодаря бессмертию души наша личность, живя на земле, то, что приобрела, то и уносит с собой на небо. Поэтому церковь всегда призывает брать от жизни только самое хорошее – это добро, любовь, взаимопонимание и прощение. И всех вас, дорогие братья и сестры, я поздравляю с праздником, желаю вам Божьей помощи в нашей жизни, и пусть Господь всех нас хранит. В народі Преображення Господнє пов'язане із закінченням жнив та завершенням літа, а також вважається традиційним святом врожаю. В цей день в церквах прийнято освячувати яблука, груші, сливи. Саме тому свято ще називають яблучним спасом. Також за народними прикметами на спас літо зустрічається з осінню. Тому і говорять: прийшов спас, тримай рукавиці про запас.